главе смоленского сельского поселения Роману Зотову и лучшему спортсмену школы номер 3 станицы Крепостной Максиму Шкургунову выпала честь перерезать красную ленту на открытии одного из самых долгожданных спортивных объектов поселения. Первая многофункциональная спортивная площадка построена в Крепостной в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта». Я желаю, чтобы этот объект был для вас не последним, чтобы станица развивалась не только спортом, культурой, другой жизнью, чтобы вы любили спорт, были здоровы и были счастливы. С праздником! Уверен, что на этой площадке зародятся звезды спорта и победители, которые прославят Северский район, Кубань на просторах страны, на просторах всего мира. Я желаю вам удачи, желаю вам творческих, спортивных достижений, здоровья, чтобы Господь хранил вас и ваших близких. Стоимость площадки составила почти 7 миллионов рублей. Спортивный объект предназначен не только для занятий общей физической подготовкой. Есть площадки для волейбола и баскетбола. На территории установили 10 уличных тренажеров. Наша задача теперь сохранить и бережно эксплуатировать данную спортивную площадку, чтобы она нам долго-долго служила. В станице проживают порядка 600 человек. Современная комфортная площадка стала настоящим подарком для многих из них. Благодарность на церемонии открытия выразили учащиеся местной школы. За эту площадку большое спасибо! После символического забега лучших спортсменов учебного заведения провели веселые старты. Небольшой мастер-класс для главы района устроили представители баскетбольной команды. У ребят теперь есть возможность тренироваться здесь в любое время. Центром притяжения площадка станет не только для молодежи, но и для людей зрелого возраста, стремящихся вести активный образ жизни. С внуками, с детьми сюда приходим, уже занимаемся и будем заниматься. Екатерина Бурмистрова – председатель ТОСа «Станица Крепостной». О появлении этого объекта женщина мечтала давно и активно сотрудничала с местными властями. Благодарность выражает губернатору региона, депутатам ЗСК, руководству района и поселения. Конечно, радость в отношении этого дела. Очень, очень благодарна. Спасибо.